пожаров, которые были на юге Болгарии и в Турции в августе. Это наш маршрут от Чешми до Кушадасы. Есть платные дороги, но мы пока не платили. Пьем кофе в таком заведении, которое называется Starbucks, но наливает вот такое вот. Но мы в Турции, поэтому мы не в обиде. Да, это турецкий Starbucks. А вон там вот такая эпичная гора. Место классное. Заправка Shell. Цены на заправке Shell. 40.79, 40.84. Все, едем дальше. Жарко. Наш новый отельчик. Ladies Beach Hotel. Это ресепшн. Номер покажу позже. Нам достался не лучший номер. Вот такой у нас Palm Beach. Вот здесь море. Прекрасное место. Место, что надо. Наш отель. Эти сколько стоит? 100 лир – это 3 евро. Магазин пляжных товаров прямо у отеля, и мы сразу в шопинг. Так, идем в гараж. Гараж от отеля очень далеко. Не, заход будет отличный. Песок. На первой линии всегда проблемы с паркингом. В этом отеле там были дешевые номера. Да. Так, все. Тут. И потом сюда направо. Куда? Витя нашел лифт. На этом? Да. Мы находимся в паркинге. Приехали на лифте. Паркинг почему-то пустой. Сейчас мы заберем кое-какие вещи из машины. Вот так вот идем. Ходим по красным дорожкам. Ladies Beach Suites Hotel. Это был первый отель, который мы бронировали, уже находясь в Турции. При бронировании нас ожидал сюрприз от Booking.com. Русским туристам нельзя бронировать отели в Турции, находясь в Турции. И это была не шутка. Эти проблемы мы испытывали всю оставшуюся поездку. Первая линия – это вообще красота. Вообще, я и говорю, тут тебе ничем нет проблем. Ни с едой, ни с водой, ни с купанием. Мы не так далеко от паркинга, в принципе. Он может сюда подъехать к этому отелю, все. Если вы сталкивались с подобными проблемами, пишите в комментариях. А вот вам лайфхак от меня. Так, все, заходим. Ключ у тебя. Вот наш номер в Ladies Beach Hotel. Это дешевый номер, дешевый отель. Значит, все, конечно, все соответственно. Вот здесь вот у нас холодильник работающий. Здесь у нас чайник. Это у нас ужасный туалет. Туалет, конечно, в ужасном состоянии, в общем, по большому счету. Потому что душевая кабина, конечно, вся в плесени. Но все работает, в принципе. Но все работает, да. Как всегда, мы бронировали 2 номера, но наш был наихудший. Что самое плохое в этом номере, это эта кровать. Она продавлена совершенно. Здесь вот такое прекрасное зеркало старинное. А здесь вот самое лучшее, мне нравится, это вот эта нимфа, которая лежит над кроватью. Курит, видите, этот кальянчик и пьет турецкий чай. Вся в кайфе. А самое лучшее, что тут, в принципе, кроме нимфы есть, это, в общем, вид из окна. Но этот вид просто на миллион. Здесь постоянно шумит море. Пляж называется Ladies Beach. Здесь расположены
такие полоски дешевых отелей. Но наш отель, наверное, в этом ряду где-то один из самых дешевых. Виды, конечно, здесь просто сказочные. Сейчас острова в дымке, тут еще острова, в общем, чудесные. Из достоинств, в принципе, довольно чистое белье. Mitsubishi Electric. Современный тихий кондиционер. Телевизор тоже, в общем, показывает неплохо. Поэтому всегда среди минусов можно найти плюсы, а среди плюсов минусы. Завтрак в отеле Ladies Beach очень вкусный. Вот там булочки, оливки, мед, варенье, масло, да, все, дыня была еще, дыня, арбуз, яйцо, и, в общем, очень все вкусно. Нам достаточно. Сидим прямо на бережке. После завтрака мы отправимся осматривать город. Вот туристическая информация про Кушидасе. Широкая панорама Кушидасе. Через 200 метров верните направо, затем поверните налево. Кушидасе – это город-курорт на берегу Эгейского моря. Здесь проживает свыше 110 тысяч человек. В порту Кушидасе часто останавливаются круизные лайнеры, потому что отсюда удобно добираться к античному городу Эфес, также в Памуккале. И мы с вами тоже туда отправимся чуть позже. На набережной набрела на такую выставку скульптур. Пробегусь быстренько. Вот это рояль. Рояль с пуфиком. И вот такая галерея. Вот на набережной нашла такую фотографию, похожую на Ататюрка, но я не уверена. Вот и символ Кушидасе, памятник птицы. Кушидасе вообще в переводе означает «птичий остров». Согласно древнему преданию, именно птицы спасли город от вражеского нападения. Так что все, я думаю, что тут уже наш опс, дядя, осторожно. Вот Элайт отель. Так, мы едем по центру Кушидасе. Это что? Каравансарай. Это каравансарай. Каравансарай – это небольшой замок, построенный в 17 веке для защиты купцов от грабителей. Сейчас в здании работает отель и ресторан, можно войти во внутренний дворик. Там регулярно проводятся общественные мероприятия, выставки и концерты. Это центр. Да. А мы туда не поедем. Давайте проедемся по городу, наверняка увидим что-нибудь интересное. Наступил вечер, пора ужинать. Посмотрим цены в нашем ресторане. Да. Вот сюда подходит.
Да, пошли. Да, вот он. Так, а это наш ресторан. Чудесный ресторан. Хорошо. Снимаем меню в нашем ресторане. Так, снял. Сэндвичи. Снял много раз. Пасты. Будет тебе из чего выбрать. Бургер. Скорлупок. Нет, без скорлупок не может. Вот тут мысль с 280 лир. Так. Боже мой, мы опять объедимся. Это у нас кебаб с Татьяной. А у Вити... Да, пожалуйста. Два блюда. Шарики с моцареллой. Не знаю, где тут шарики. Приятного нам аппетита. Наша вечерняя прогулка послужила. Какие цены у нас нынче на кебабчики? Да, много. А вот эти вот, смотри, 260. Доброе утро! Сегодня нас ждет очередное путешествие. Едем в национальный парк. Через 200 метров круговую дверь. Не похоже, что это здесь. Похоже, это конец. Дальше ехать некуда. Так, а ну... вот здесь можно купаться. Да, можно. Тут люди купаются вполне вон с масками. И стоит. Там еще на ту сторону. Да. До национального парка мы действительно не доехали, остались купаться на пляже с местными. Было очень жарко. Какие лошадки тут пасутся. Вместо парка мы решили посетить крепость, которая прекрасно была видна с пляжа. Ой, супер. Да, в общем, здесь только одни местные. А напротив каста. Море прозрачное. Но вход капли и на дне трава. Отлично. Блогер на работе. Вот здесь хорошо купаться. Вот смотри, какая галечка. Как тут мелкий заходик. Да, ну просто тут уже столько людей сидит. Ну вон там можно, вон там никого. Вот под пальмой. Пляж, наверное, бич-клаба. Да, можно здесь. Вот это, похоже, бич-клаб. Теперь посмотрим с высоты, где мы находимся. Благо, у нас есть такая возможность.
смотреть Кушедасы Кастл, крепость Кушедасы. Вот тут оливковая роща, прям вообще смотри. Оливки кругом, оливки, вон тут сосны. Сосны и оливки. Вот Кастл Кофе Хаус. Вот там сзади. То место, где мы были, только сверху. Мы едем в Кастл, который находится вот здесь. Красота, страшная сила. Вот паркинг. Ой, все забито. О, боже. А вон кто-то выезжает. Прибыли к месту назначения. Сейчас мы с вами отправляемся на Голубиный остров Гювердзин, на котором построена Генуэзская крепость 16 века. Крепости всегда создаются для защиты от пиратов. Но в этой крепости обитал знаменитый пират Хаир ад-Дин, известный как Барбадоса. Говорят, он был рыжий. По рассказам, он и его братья совершили много грабежей различных кораблей и прятали свою добычу в этой крепости. Поэтому она так и стала называться пиратской. Мы идем по дамбе, которая соединяет крепость и сушу. Будут рыбы вокруг крепости каждый день, каждый час. Я не знаю, сколько они отправляются. Там в 4 отправляются, здесь в 5. Но цена одна и та же. А первый, наверное, в 14. Сейчас сколько времени? Сейчас 15:20. Ой, а вот 13. Он только что уплыл. Вот тут уже места нет. Но это в 2 часа идет. Ну мы идем, идем. Три по один час. Конечно. Так, кофе бистро. Пошли. Да, идем. Что вы сумасшедшие? Неаполис. Кемаль Арслан. Да, они дронов пускают. У нас свой дрон. Видимо, здесь не разрешают. А, тут знаешь, какие дроны? Тут дроны, помнишь, с очками. И ты как будто сам летишь. Да что ты, папа? Папа, мама. Так, ну что, заходим. Вход в крепость бесплатный, но часы работы я не нашла. Говорят, она работает с 9 до позднего вечера. 100 лет. 100 турецких лет. Пошли. Крепость напоминает ухоженный парк. Вот тут тебе, видишь, про всякие деревья рассказывают. Да. Этот попугай сидит там и кричит. Просто красота. Здесь рыбки не стоят. Лавочку лучше заняли. Ну а как? Бойнички. О, вот видишь, как она выглядит. Это крепость. Чудесно. Так. Здесь всякие штуки нашли. Всякие пиалы, реналы. Вот отсюда хорошо видны эти стены. Чудесно. Thank you.
оливковое дерево. Да, мы идем. Всю крепость можно обойти минут за 20. Но было очень жарко, поэтому народу в крепости было не так много. Ну и мы тоже старались держаться в тени. В крепости довольно уютно. Здесь есть лавочки, аккуратные дорожки, домики для птиц, смотровые площадки, с которых прекрасно видно Кошедасы. О, супер! Здесь главное воздух такой у нас сосновый. Вау! Спасибо. Птичий хаос. Птичий хаос. Ой, сейчас немножко посижу. Надо посидеть в теньке. Да, надо вон там, можно и Тома пустить. Это прям площадка для Тома. Хорошо. Залет. Да, бедные, они там все засохли. Пойти, вот отсюда видно. Может быть, видно? Это надпись Кошедасы. Кошедасы. Да. Слушай, как хорошо отсюда. Встань на угол, вот очень хорошо. И через, может быть, даже через вот эти заросли. Да, Кошедасы. Кошедасы. Просто погуляем по крепости, полюбуемся видами. Там было что-то. Давай глянем. Остатки мебели. Остатки. Отлично. Yeah.
Вот красивый вид, он прямо на фоне крепости, посмотри. Да, ой, маяк, я же вот хотела. Здравейте, булы! Чего там так долго делали? Дрон опускали. Да. Ой, так интересно. Так, вот люди едут с морской прогулки. А мы тоже хотели. Но мои мореплаватели отказались. А я так фанатею по морским прогулкам. Они будут швартоваться, а мы будем снимать. В кафе у крепости мы выпили кофе и отправились в отель. Завтра мы выезжаем из отеля и отправляемся в Памуккале. Там нам предстоит ночевка, а по дороге мы заедем еще и посмотрим одно очень красивое место. Смотрите следующее видео. Пока-пока, подписывайтесь на канал, будет очень интересно.